Ну не останавливайся. Так я вижу упруги деформации в этом кране. Сопромат вспоминаешь? И об опорубах. Нет? Вылет ты поближе взял, сейчас стало получше, но... Действительно разворачивает. А ты понял это по открытым задним бортам? Чё, об опору бух? Не? Вообще вероятность есть. Ты еще поверни его. Бух? Мне послышалось? Нет, еще. Как сказать? Со скрипом, но прошел. А сам развернуться не мог, да? Я вот тоже так думаю. Что-то на кого-то опрокинется. Вопрос, кто на кого. Да он упоротый. И упертый. Может, и просто того ракурса не видно? Ну уж скорее всего. Я прям слышу, как доски хрустят. Ага. Ну, он приподнимается. Вообще, даже не хочу никаких параллели проводить дальше. Ну, так достаточно. Стабильно. Очень стабильно, в опору. Трах. Охрененно, так стабильно. Как говорится, не взлетел. Где у них четырехосник? Это 200 старый, да? Ага. Упороться и не вылечиться. Да заезжай уже как-нибудь. Как говорится, стоит ветерку подуть, и все будет плохо. Кажется, у него отвал ниже опустился, чем был. Да. Так-то это магия в прямом смысле этого слова. Так-то, я тебе скажу. А он встанет обратно, когда его поставят? Или он на нем повисит? Никто не знает. Ну, можно уже опускать. А, вот так они хотят завести, да? Да, тоже пошел.
Интересно, а крас не перевернется назад? Я думаю, что нет еще то, что они его не дальше тележки ставят, в основном. Я думаю, что у него примерно над задним колесом. Не должно. Я тебе скажу, он прям над задней тележкой. Центр тяжести даже над задним колесом. Да, осью. Ну? Ой, как неудобно сзади автобус, нас палят. Кто на нас смотрит? Может, там Таня есть? Не, она мне позвонила. Кто там? Может, там Таня есть, она мне позвонила, правда. Глеб, ты опять? Ты опять за старый. Что за болезнь?